Температура воды в Каме всего градусов 14. Но когда это останавливало пермяков? Владимир Патрушев – один из тех, кто уже открыл купальный сезон. Ну, как пошла жара, где-то неделю назад стал купаться. Ну, больше немножко. Когда вот жарко, даже хорошо, что вода холодная, потому что контраст такой приятный. И когда купаешься в жару, то тело не перегревается. Вот я купаюсь вот примерно минут 5 в воде. Хорошо. Официально купальный сезон в Перми откроют ближе к середине июня. Сейчас пляжи проходят полную подготовку. Устанавливаются спасательные будки и посты для спасателей. За 15 лет работы на городском пляже спасатели более сотни раз оказывали первую медицинскую помощь. Первая помощь – это ушибы, это порезы и все остальное. Мы выполняем и функцию медицинскую, значит, на пляжах. Значит, где-то порядка 5000 предупреждений, то есть недопущено утопление. Значит, ну и спасенных очень много. Набор спасателей на нынешний сезон уже почти закончился. Все они перед тем, как выйти на работу, проходят специальную подготовку, которая состоит из нескольких этапов. Сейчас идет обучение. Сейчас спасатели учатся в медицине катастроф. Далее будет тактико-специальная подготовка, которую будут проводить наши спасатели-специалисты. И сдача зачетов по плаванию в бассейне. То, что спасатели готовят основательно, подтверждает и статистика. На официальных пляжах, где они дежурят, несчастных случаев не бывает. Спасти удается всех. Несмотря на жаркую погоду, заходить в воду специалисты пока не советуют. От резкого перепада температур запросто может случиться спазм. А протянуть руку помощи будет просто некому. Валерия Ермакова, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта».